В начале 107 части показываем вам, как очень просто получить ачивку «Сладкая месть», ребят. Мы долго искали цель, на которую нужно сделать все эти статусы, а именно увечья, кровотечение, слабость, металлисты, электрошок. И на самом деле проще всего это сделать здесь, на мишени. Вот я сейчас сделаю. Делай, давай. Вот, смотрите, статусы, да? Я, по-моему, не в того попал, да? Но... что-то ничего не получилось. Давай еще раз. Сейчас я откачусь. Самый первый. Раз, два, три. Ну? Ну? Ты сделал? Да. Ну, просто сейчас они, да, ачивку не выдают, но нам ее, ребят, выдали. Вот я даже сейчас покажу вам ее. Вот. В общем, легче всего делать на чучеле, даже в одиночку. Поставить в одну руку гитару, в другую пистолет. И без проблем взять. Все, идем в амарантовую осень. У меня гитара, если что, исследователь. И у нее атака бам и аккорд силы вызывает состояние металлист. Плюс еще карта божественная муза дает электрошок при атаке бам. И таким образом, когда мы атакуем атакой бам, у нас и металлист, и электрошок одновременно. Да, да, шикарно. Короче, ну, вот, а у меня стоял этот обычный. Восставший из ада, он, наверное, у всех есть. Так. Да. Все, в амарантовую осень. Ну, давай у Вуали спросим. Где же прогресс на 100%? Наш прогресс. Этот контраст зачаровывает от безжизненных городских руин до живого леса. Тем не менее, это лишь извращенная имитация жизни. Не трать время на сомнения, охотник. Ты должен завершить эту пустоту. Не трать на нее время и деньги. Так, сейчас уничтожить, никого не надо уничтожить. Представляешь, такое бывает. Ладно. Порченный хаосом. Дробовиком. Порченный хаосом, дробовиком. Это силы демона не взять. И все, да. И порченный хаос, и дробовиком. Сейчас. Сейчас поставлю. А умирать можно, нет? Да. Пить хилки можно, нет? Да, только силы демона нельзя. Ну, отлично. Я уже ворвался тут. Сейчас. А скольчатые стражи уже 3 из 4. Тебе что-то засчитало, нет? Да, 3 из 4. Не юзни овердрайв только. Стараюсь. Не, дробовик такой бесполезный. Хотя нет, нормально. Я, ну, сейчас набью. Надо в ритме стрелять. Нет, я как раз сейчас в ритме набью, может, амулет, которым я никогда не пользуюсь. Надо всегда крафтить такие амулеты, которыми никогда не пользуешься. Вот сейчас будут криты. Хопа, хопа, хопа. Ну и... А сколь что-то и как-то... Оп, назад! Стоп! Появилась эта суккубиха. Крепкие они. Ты там этот... Убирай свой дробаш, он толку от него никакого. Никакого. Я же бью молотом, а дробашом криты набиваю. Как раз идеальное сочетание. Сейчас было много критов. Толку вообще никакого. У меня, я имею в виду. Что-то выполнили, не да? Нет? Нет, это просто левел был, наверное. Или что-то, в общем, было. Непонятно. Курсор исчез. Да что ж это за жизнь такая, когда курсоры исчезают? Я не вижу своего жизненного курса. Не понимаю, зачем вообще это оружие на сложных сложностях. Какое? Дробовик. Ну как зачем, чтобы сложно было выполнять задания, вот как вы на этой миссии. Какие они крепкие, эти просто дрессировщицы. Полчаса с ними возимся. Крепучие. 420 защита. Может, ты 580 сразу поставишь? Ничего так мало. В шоке просто. Ну правда.
не то что ужас. Ну вот у нее было 320, я ее бил, у нее мало жизни осталось. 480. Ну, просто её чтобы еще дольше. Повышается, понижается. Все это астролябия. Ну, куда-то надо идти. Это, наверное, правильный проход. Давай сюда сходим. А, тут только хилка. Тут только хилка, да. Ой, там сейчас скинут. Там запрыгивать надо. Я не хочу этого всего. Да, вот этого всего. Удачно. Удалось сейчас юзнуть скилл. Такое бывает редко. Только пока я грелся, меня не притянули, не оглушили там, не знаю. Не сваншотили. Чисто на меня смотрели. Иногда бывает хорошо, да. Даже в Витьке. Два Вити такие... бараны. Классно, вот красиво так дверь приоткрыта, скована цепью такой массивной, сверху зеленая что-то чадит. Прям классное место вообще. Супер. Да. Я сорка гавки. Гавкнул. Ой-ой. Гробы копают. Сейчас опять встанет у меня, а у тебя нет. Не. Улетел. Это хорошо. Хорош. Синхронно. Так, это правильный проход. Но сейчас давай, ладно, вынесем и вернемся. Вот уже перебили. Что там происходит? Нам надо с этим дробовиком, порченный хаосом, не увлечься. Пойдем туда сходим, посмотрим. Может, там не тупик. Амброзия классная штука, если бы достаточно было. Тут вообще какой-то музей, как в Черном зеркале 2. А Черное зеркало 2 уже давно на канале, ребята. И вечером по серии смотреть можно просто счастье возыметь. Чуть не юзнул овердрайв. Ух, аж пальчик заставил себя убрать последнюю секунду с кнопки. Ну, хотелось, да. Чё ты, ребят, откидываешь дробью? Ой! Ой, я юзнул овердрайв случайно, хотел сделать скилл на Е. Так как обидно. Дурацкий интерфейс. Ну, еще раз пойдем, значит. Больше прокачаемся. Просто хотел прокрутиться быстро и чуть-чуть Е. И цифра 3 очень близко располагаются на клавиатуре. Шельма. Эти закуточки с этими святилищами бесят меня в этой части. Ну, можно раз делать, два, но не в каждой локации по несколько раз.
Что, Shard Instrument Spirit? Ну, это, видимо, он. Причин хаоса. Дробовик поставь. Нет, Shard Instrument Spirit это какой-то непереведенный просто босс. Да, я умер. Молодец. Такая площадка, кстати, в конце локации у нас уже попадалась. Да они, кстати, повторяют эти локации. Ну да. 105 тысяч. Тоже дробаш надо поставить какой-то. У меня был какой-то улучшенный. Вот этот, по-моему. Да хватит заливать, дайте дробаш поставить. Бестолочи. Не убили. Да я понял. Меня начали заливать. Ладно. Сейчас я эту ведьму выключу, она бесит. Меня убили. Труба маракал. Да не. А где порченый хаос? Я просто хочу поставить дробаш. Не дают сделать. Кто-то так отнял жизни. Сильно очень. Успел. Закончится этот луч? Не, он бесконечный, ребята. Вы обалдели там? Спирит это чумовая сущность. Что бесконечная, а нормальная? Это нормально? Ну что, зачесался внутри и снаружи. Чемпиона, неужели? Новый фрагмент. Подходит идеально, и вот оно, новое видение. Холодная зловещая пещера смыкает надо мной свой свод. Никогда к этому не привыкну. Астролябический фрагмент. Так, что-то посыпалось золото вообще. Что происходит? Вот, вот эта штука у меня... Так, где тут улучшено. Порченый, вот порченный хаосом здесь. Я иду. Где он? Вот здесь. Сидит. Красный. Так надо сначала ему надавать. Естественно. Надавал уже. Хватит. Ну... У тебя все выполнены? Ты? А мне суккубы надо будет быстро сделать. Так, ладно. Ты топчик. Фокус. Единственное место относительно стабильности. О, не, подожди, фокус это... Это да, это штаб так называется. Я уже думал, это какая-то супер локация. Сразу пошли, закроем то, что не закрыли. Куда? Ну куда, туда? Туда же куда? А потом в пещеры. Так, амарантовая осень, суккубы, искусительницы. Они в конце в самом, да? Ну да. Ну давай, можешь пробежать, попробовать до конца. Ценишь? Что? Ценишь? Чего? Ну, у тебя с микрофоном были неполадки, и я услышал только ценешь. Что ты говорил? Если не ошибаюсь. Да, не в конце, потому что я перед самым концом уже юзнул. Все, полетел. Так что, давай, да. Это пешность к тебе. Пока попадаюсь тут с этими ребятами. Гасеницы? Кто? Ну, суккубы. Искусить. Тут просто такое творится, я сейчас умру. Я не могу смотреть. Искусать хотят. Не подпускают. Надо же к святилищу. Вонючка. Ой-ой. А что вы там еще сверху накидываете? Хватит.
здесь сейчас жарко, меня пинают просто как... Даже не знаю как. Лучше просто лечь. Ай. Проклятие боли. Вот это вот точно. Точное описание того, что с нами сейчас происходит в Викторе Врене. Да, там есть такое. Куда вы бежите, вонючки? Кстати, это тоже. Что ты забрел? У тебя ж карта открыта должна быть. А, точно. Топ. Карта есть. Так, я в общем не буду заниматься с этими вонючками. Ну, у меня просто это... приземлилось. Ну, сейчас тоже умру. Хотя, в принципе, можно побежать. Сначала. Супер. Пойду я вначале постою, меня бесят эти призывательницы, они непробиваемые ничем, даже с жесткостью. Ай, мне сожрали горгульи. Давай, не беги, а выноси всех, иначе мы так быстрее дойдем. Да, ну это долго. Быстрее так дойдем. Ну, зачем нам вообще задание выполнять? Ну как зачем? 100%. Они все равно обновляются. Ничего, у меня все задания выполнены, ничего не обновляется. Не, я говорю, ежедневно обновляются. У меня не обновляются. У меня всегда выполнены светятся, я не знаю, о чем там говорится. Ты ко мне прибежал? Нет. Это не монстр, это ад. Просто вот эти... Нет. Призывательницы. Я сейчас тоже лягу. Все. Так. Тут, они вообще просто непробиваемые. Вот. Непробиваемые такие. Ну, часть горгулей хотя бы. Я тут сейчас с меченосцем. Нижний вертрайк. Все. Выполнены испытания на карте. Вот видишь, как хорошо. Чё ты дробашишь? Понравилось? Нет. Вообще не раз. Просто
У этого треугольника разрывные снаряды. Они круто смотрятся. Понял. Дроби фигачит. Эстетическое удовольствие. Босса еще раз будем валить, нет? Нет. Зря. Куда могло... надо только? Могло выпасть что-то. Как она хорошо в стену залила, а? Так, окей. Так как она столько сняла жизни? Да что ж... Что ж вы за монстров наделали здесь, ребята? Ну, ну можно хотя бы как-то сделать игру, чтобы она была игрокам приятна для прохождения на хардкоре. Это ваншот. Первый раз добивай. Это ваншот. Ну они здесь, тут контрольная точка прям здесь. Давай, добивай. У них хп. Нет, прикинились. Нормально. Все, так, у нас надо, давай сейчас посмотрим быстро. Куда дальше? Ну, в пещеры забвения. А, я все понял. В разломе не меняются, а здесь каждый день меняются, да? Да. Чё ты сразу не сказал? Бородатый ты ребенок. Как странно. Что я здесь делаю? Кто я? Соберись, охотник. Верно, воды реки лето давно пересохли, но в ней все еще теплится сущность забвения. Держись крепче за астролябию. Она напомнит твою цель. Почему Витя настолько... настолько постоянно кем-то ведомый и манипулируемый? То им Геннадий управляет, то еще кто-то. Постоянно диктуют парню вообще... каждый шаг. Витя, можешь сам что-то делать? Нет. Понял. Тогда все стало на свои места. Я просто сразу не знал, а теперь понял. Просто 20 заданий выполнил за первую минуту. Зашел. Мне очень нравится. При этом мы выполнили уничтожение. Да, да. Чемпионы. Ну это... такое. Ну, будут, сделаем. А здесь что? А, горшки. Я помню, ты говорил. Горшки. Иди вперед. Иди вперед, матч. А я пока поразбиваю горшки. Это мужская работа. Важное дело, да, было. Видишь, как даже запомнил, уже столько лет прошло. Это хорошо. Ой, как. Неужели так может быть, что притянул и всех убил без проблем? Что-то фантастическое. Да что ж так нос начал чесаться, ё твое. Ну, локации, по-моему, просто повторяются. Может, так это так... мы наоборот идем, мы были в этой локации. А, мы были. Может быть, просто в разломе все локации, которые здесь, по... ну, даже не знаю. Ну, это не очень круто, если они все повторяются. И при этом нам нужно сколько-то там, 100 уровней или сколько-то пройти для ачивки. Это будет... максимально нудно, если будут одни и те же локации. Ну, мы будем максимально фаново серии вести. Все будет хорошо. Так. Два чемпиона с активными проклятиями. Вампиров сделали. Ух, как мы растрещали камушки горгульские. Присмыкающийся палач. По-моему, тут такого не было. Да. Пацаны ворвались, как-то меня поцарапали. Резко так все. Ну, отстали. Ой, как я их люблю, а? Я их просто обожаю. Прекрасно, бумеранг просто в стену. Что надо? Как вы любите.
Какая же она сильная, а. Броньку делает. Отлично себя чувствует вообще. С кем ты там возишься? Почему я стал... Возишься? Суккуб-дрессировщица — это не возишься, это ад. Мне помимо суккуб-дрессировщицы еще тут тысячи. Ну, 420 бронька. Нормально. Так. Сундук. Чисто мусор. Че тут не может в сундуке по 500 монет выпасть? Кому это интересно? Вообще за... 104 части такого ничего не было. Стандартно просто. От 40 там, не знаю, до 80. Это чемпионы. Давай его поуничтожаю, где? Греюсь. Палача сделали, но... Там, видимо, еще что-то. Кто-то. Где-то, как-то. Одного чемпиона молнии моей забрало. Так, а все равно 0 из 2. Профукли мы, скорее всего. Ну, не факт, еще может будет. Дух фрагмента идет красный, будет резать, больно очень режет. Надо эту суккубиху дурацкую уничтожить, а потом с духом уже заниматься. Он меня убил, он не ударил. Да, он очень больно бьет. Он не ударил просто. Подошел? Да, так вот поговорить. Ты испугался, да? До смерти. Броня, я просто... Объяснил, я просто... Просто... Только нельзя давать ему снова восстанавливаться, а то он такой противный. Ну, ментально реднеется просто. Ну да. Такой противный. Не ошеломляется. Парня, все хорошо. Да у нас все плохо. Два удара и минус мы. Зачем я копил? Чтобы он исчез. Мразота. Давай, 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 давай. Ох, как он скользкий. Yes. Здесь невозможно завершить астролябию. Тебе нужна стабильность в противовес энтропии хаоса. Вернись в фокус, охотник. Поехали. Он может не указывать, что делать? Мне очень интересно, что там. О, дали. Сундучок. Али, астролябия щедро награждает тех, кто служит ей, Виктор. Очень щедро, по 17 монет. Ничего подобного я не обещал. Ваши отношения строятся на взаимной выгоде. Она жаждет завершиться, а тебе она нужна для твоих целей. Астролябия — мудрый советник. Следуй ее инструкциям, не раздумывая. Прощай, смертный. Мортал. С демонами покончено. И неужели? Победить дух фрагмента в Марантовой осени. Задание? Да. Ну, пошли еще победим. Там тем более сейчас все выполнено фастом. Не пон... Ну, у тебя есть задание? Да. Артефакт с каждым часом все сильнее. Я чувствую его теплое, спокойное присутствие в моих мыслях. Он указывает мне путь. Вы сможете продвинуться по сюжету, когда подземелье сменится. Ты не можешь зайти? Справа, почитай под карту. А, да я просто не умею читать. Ты, если что, читай такое.
Это... я думал, это не подземелье. Оказывается, мы в подземельях. Тут свое небо есть искусственное, даже в подземелье. Ой, сейчас будут церберы. Точнее, суккубы. Самые хорошие. Не убегай. Не оставляй меня с ними. В общем, в принципе, выходим. Потому что мы сейчас все равно ничего не можем сделать, пока оно не сменится. Ну, да. Так. Вот так вот хотели, значит, всю ночь позаписывать. Надо ждать следующей ночи. Да как так-то? Остается только бездну эти фармить. Так, ну хоть продвинулись как-то. На астролябию посмотреть. 4 фрагмента астролябии уже. Может, их как-то соединить можно? Может быть. Но все это уже в следующих частях, друзья.